Всем привет! Мы находимся на Олимпиаде в Ванкувере, на лыжной трассе, вот как все видите. И со мной находится рядом чемпион мира по курению гашиша Роман. Привет, я Роман, я курю гашиш быстрее. Итак, Роман, сколько ляпок гашиша вы можете дернуть за один раз? Ну, ляпок 5, нахуй. Это точно. А вы пьете манагу? Естественно, блядь. Ее все пьют, нахуй. Она скоро в магазинах продаваться будет. На прилавках, блядь. По сколько глотков манаги вы делаете? Ну, смотря, блядь, какой сорт конопли еще будет. Бывает по 10, бывает по 5, бывает вообще с 3 уносит, нахуй, в кашу, блядь. В говно, в понос, блядь. Сразу встречный вопрос насчет каши. Как относитесь к каше? Смотря какой каше. К жарехе. К жарехе, ну, нормально отношусь. Пробовал, блядь, заебись, так-то кашка. Нормально, в общем.